Зажжение лампад в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» стартовал автопробег «Дорога памяти», организаторами которого выступили Брестская и Витебская областные организации БРСМ, Смоленская областная организация Российского союза молодежи, Общественное объединение «Патриоты Беларуси». Участники, а это более 60 человек, преодолеют свыше 800 километров по маршруту Брест-Минск-Витебск-Смоленск. Брест-герой и город-герой Смоленск очень символично, от героя до героя. Для меня очень много значит, потому что у меня сам мой дед воевал во время войны в 9-й пластунской дивизии, это казачья дивизия, это разведчики и боевой путь, я его хорошо знаю, поэтому мне это очень близко к сердцу. Очень символично, что в Брестской крепости это крепость-герой, и тут есть такие стелы городов-героев, и есть в том числе Смоленск. Поэтому для меня и для всей делегации тоже очень важно, что мы действительно все памятные места посетим в дороге, мы про них обязательно почитаем. Многие уже почитали, изучили историю этих памятных мест. И, конечно же, хочется, чтобы этот автопробег, он проходил через эмоцию. Молодежь двух стран посетит памятные места Беларуси и России. По маршруту следования мемориальные комплексы Курган Славы, Хатынь, Шуневка, Адаминская горка и другие памятные места, где будут возложены цветы и зажжены лампады. Каждый из участников Брестской делегации подготовил мотивационное письмо, где ответил на вопрос, почему вы хотите стать участником автопробега. Мне стало очень интересно поучаствовать в этой акции патриотического направления, потому что я интересуюсь историей, историей своего края. Мои старшеклассники, с которыми я непременно работаю, были очень горды тем, что меня пригласили, да и мне самой интересно. И вообще к истории родного края в нашей школе относятся очень трепетно и с большим уважением. Мне бы хотелось узнать еще больше о истории, о нашем движении БРСМ как такового, потому что я участвую в их мероприятиях уже не первый раз, не первый год, и уже давно и плотно с ними сотрудничаю. Патриотический автопробег «Дорога памяти» – это еще одна возможность для молодого поколения вспомнить о погибших и понять, что победа в войне стала возможной только благодаря единству народов Советского Союза. Поэтому и лейтмотив акции «В единстве наша сила». Юрий Печер, Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».